сюда. Как раз вот в сторону непосредственно правую, левую сейчас от моста, вы видите. И сюда же нанесли удары. Как раз вот по той стороне, которая была обстреляна. Вот вся картина моста. Просто мост фактически находится вот в таком состоянии. Еще больше разорвало на куски. Как раз вот. Практически в то же самое место ударили. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожены более 100 ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймерс» производства США. Ликвидировано до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты. Кроме того, над населенными пунктами Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также городом Херсон перехвачено 10 снарядов реактивных систем залпового огня «Альха» и «Хаймерс».